Сегодня в Казани начинается чемпионат по киберфутболу. Участие в нем принимает Андрей Конов, который представляет футбольный клуб «Краснодар». Турнир пройдет в рамках российской футбольной премьер-лиги по киберспорту. Конов попал в группу «Д» чемпионата по итогам жеребьевки. Его соперники представляют команды «Уфа», «Крылья Советов» и «Урал». Также ему придется сразиться с победителем отборочного этапа открытого чемпионата Богданом Останиным. Матчи пройдут сегодня и завтра. Если Андрею удастся победить, то он сможет представлять Россию в региональном финале отборочного цикла, где встретятся лучшие киберфутболисты Европы. Они будут бороться за право выступить на турнире компьютерной игры FIFA 17.